Занимашки! Занимашки! Привет, ребята! С вами канал Занимашки. Со Светой и с Юлей. Сегодня мы вам расскажем про резиденцию Деда Мороза. Мы узнаем, что нам в Хабаровск приехал Дедушка Мороз. Едет к нам из Великого Устюга. Хабаровск. Это, да, это примерно отсюда, из Великого Устюга, вот сюда, в Хабаровск. Да? Как далеко ехать? Юля написала Дедушке Морозу письмо. И мы сбросили специальный ящик. Почта Деда Мороза. И стали ждать. И тут под Новый год, когда Юля доставала подарки, под елочкой оказалось... письмо. Такое письмо положил Дед Мороз Юле. Там было приглашение в резиденцию, да? В резиденцию Дедушки Мороза. Мороза. Это был сказочный дом. Со стечей снеговики. Вышел там Снегурочка красиво. Динь-динь-динь, наступает время встречи. А потом пришел сам Дедушка Мороз. Ой, мой хороший, обнимашечки, ой, мой. Он поздоровался и спросил, как детки себя вели. Ну, как вы вели себя в этом году? Хорошо? Да! Все хорошо? Да! У него есть волшебное зеркало. Ух ты! Загорелось зеркало. А еще у него есть волшебное морозное окошко, и он на нем рисует волшебной ручкой разные картины. А потом мы пришли к Нюше Хлопотуше. Нюша! Хлопотуша! А все почему? Потому что я хлопочу с утра до вечера. Делаю разные дела, Дед Морозу помогаю. Мы здесь все делаем своими руками. Она настоящая хозяйка. А чем она угостила вас? Ладушками и чаем. А потом рисовала зайчиков. Ушко будет разосветлено. И положи их в волшебный шкаф. Тишина. Сделаем чудо. Кремль-кремль-бумс. Ты любимая песня Петруши? Ой, тут ком скачет. Покажите мне ушки, как у зайки. Зайки танцевали. И Нюша потом достала живого зайку. Какого? Как Петрушу. Петрушу. О, как это вы его нашли? Я его целый день ищу, а? Ничего себе! Ой, вы мой хороший, спасибо вам за зайчика. Идемте, там уже Снегурочка ждет. И мы пошли к Снегурочке. Ну вот, устраивайтесь поудобнее. Познакомились с зайцем Плюшей. Ну, кто я? Заяц. Я, красивая пушистая елочка. Вот. Рыбки золоченые. Рыбки золоченые. Огоньки веселые. Огоньки веселые. Мы играли разные игры и танцевали. Возьмем мы с вами в дорогу маленькие елочки. Вот они. А в волшебной комнате есть компас. Что
чтобы не замерзнуть, мы делали зарядку. Жил заяц воей, и у него было целых 30 детей. С вот такими вот ушами. Повторяйте, с вот такими вот ушами. И пришла коза рогатая. Коза рогатая за малыми зайчатами. Спокойствие, только спокойствие. С нами Дед Мороз. А, это же я. Да. Надо дружно сказать с Новым годом. Ты. С Новым годом! Откуда вы столько понабежала, а? Вот дома не сидите. Чего вы тут безобразничаете? Что это такое? И мы догадались, пели песню по елочку. Песня! Выступает, кстати, коза Дереза Петровна. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Из лесу елочку взяли мы домой. Из лесу елочку взяли мы домой. И еще мы играем с ней по розам. Тут-тут-тут, чу-чу-чу, белый барашек. И еще пришла нам елочка-коровушка. Да принимай гостей, елочка-коровушка! Не принимаю я никаких гостей! Ну как же так, у нас Новый год, настроение хорошее, ты ревешь. Рассмешили, елочка-коровушка? Она перестала потом плакать, да? Засмеялись! А потом мы поплыли на кораблике. Поплыли! Дед Мороз сказал нам сказки. Ой, а теперь махайте и дуйте. Ой, в дальней сказочной стране. И приехала метель на санях. И всем деткам Дед Мороз подарил подарки. Абра, швабра, кадабра. Вот что подарил Юль. Что это? Что подарил Дед Мороз? Это Снежик. Теперь Снежик самый лучший Юлин друг, да? Мы ему наколдовали много снега. Раз, два, три. Чудо, приходи. С Новым годом! С Новым годом! Мы рассказали вам про то, как мы были в резиденции Деда Мороза. С вами был канал «Занимашки» со Светой и с Юлей. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и верьте в Деда Мороза, да?